А это уже другой лес. Сосновый. Да, уже стемнело, 7 часов. А они в лес пошли. Сейчас все позаблудятся. Ищи вас потом. Не, я туда не пойду, Жень. Куда ты пошел? В какие-то чащобы. Вот тут по краешку. Какая-то птица стонет. Ну, слышишь, как она кричит? Пинь! Пинь! Вон как сучья трещат. Комары уже кусаются. Ну да, в принципе. Вон как кричит. Может, это сова? Вот опять. Не знаю, что за птичка кричит. Какие коряги. О! Мы далеко ушли. Я далеко и не пойду. Да, опята, маслята. Какая-то птица. Нету? Какая чаще. Вот не пойму, что там на дереве такое. То ли деревья, то ли сучья такие у дерева. В общем, непонятно. Может, там птица это живет. Вот елочки. В лесу уже прохладно. Вечереет. Скоро будет смеркаться. Посмотрите, какая красота. Видите? Под маленькой елочкой растут грибы, мухоморчики. И тут вот они. Ай! Вот какие мухоморы. Подожди меня. Я тут пробираюсь. Ничего я не нашла. Уже темно, я ничего не вижу. К выходу поближе. А где он, выход? Мы, по-моему, Жень, с тобой заблудились. Да-да. Вон, посмотрите. Какой гриб под елкой. Вон солнышко сквозь ветки. Нет, мы не заблудились. Это я пошутила. В этом лесу я была очень много раз. Ну что? А вот тут что? А, это поганки. Я иду. Вон какое дерево. Иду! У! 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 В лесу нельзя шуметь. Но сейчас птицы уже не гнездятся. И хочется немножко покричать. Вон какие красавцы мухоморы. Грибы, мухоморы там входа стерегут. Серебряный топорик стучит то там, то тут. Туда не ходят волки, там домики лисят. Там маленькие елки в сугробах крепко спят. Баюкает их ветер и кутает их снег. Вот кора от сухого дерева. Видите, какое дерево сухое? Вот. Я слышу голоса. Голоса меня зовут. Голоса меня зовут. Кто-то на дереве. Ой, дятел, ребята. Дятел.
Слышите? Во-во-во. Головка. Вон. О, скидывает что-то. Кушает. Ну, иду. Я его услышала. Маленький дятел. Вон и полетели какие-то веточки. Вот. Пойдем дальше. Не дают полюбоваться дятлом. Да, вот это можжевельник. Вспоминала. Видите, как деревья упали. Ну, какие коряги. Вообще место красивое. Мох. Дорожка вся в мху. Шишки. Шишки. Возможно, мы увидим сейчас какого-нибудь зверька. Так поздно. Люди-то так поздно не ходят в лес. Вон какое дерево. Видите? Вот. И на дереве растут грибочки. Сейчас я их... Врёшь ты? Ну давай, я иду к тебе. Зря ты его... срезал. Я хотела посмотреть, какой он красивый, и снять на фото, видео. Я белый нашел. Ну подожди, дай я покажу. Да это не белый, белый, да? Белый, весь белый. Белый при белой. Давай тебя. Вот, Леночка, видишь, белый гриб. Это кто нашел? Это нашел Евгений Васильевич. Да? Ну, поздравляю. Лукошка. Мало ты нашел еще грибов. До утра сколько планируешь найти? Десяточек. Десяточек? Ты посмотри, здесь какой брелом. Мы с тобой заблудились. Так, я что-то вижу там. Что ты там? Смотри-ка. Не знаю. Поганка. Очередная пага. Ну давай посмотрим. Вот с этой стороны я зайду. Где? Ну смотри. Не знаю, это явно не белый. Это маховик. Это польский гриб. Ой, извиняюсь. Хороший. Возьмем? Это маховик, а не польский. Это польский. Грибник ты? Польский маховик. Польский маховик. А здесь еще должно быть белое. Ищи. Песенка есть. Мы идем дорожками. Мы идем тропинками, мы идем с лукошками, мы идем с корзинками. Где грибы? Вот какие-то тут грибы, грибы. Наклонись, и вот они. Но я не собираю грибы. Вон там сколько в низинке. Тоже тишина. Солнышко идет на закат. Сейчас уже 8 часов, и оно скроется. Нам надо выбираться из леса. Идем уже потихонечку домой. Грибник. Вышел из леса, уже 8 часов. Евгений Васильевич, сколько вы насобирали? Еще корзинку. Ого! Итого сегодня наш улов. Да, охота была трудная, тяжелая. Пришлось было немножко постараться, походить. Но, как всегда, только труд приносит успех. И этому доказательство вот этот корзин, который набрал грибов. Вот я вам продемонстрирую белый гриб. Второй? Гриб первой категории. Вторую корзинку, да, набрал? Это гриб второй категории. О, как, ну, вы хорошо разбираетесь в грибах. Ну, что сделаешь? Жить захочешь. А где же Вера Николаевна? А Вера Николаевна в поисках. Главный грибник. Уже темно. Уже темно. А она все ищет. Охота продолжается. Тихая охота идет. Инна, я пойду посмотрю вдоль посадок. Ну давай. Здесь часто встречаются подосины. Я думаю, навряд ли они есть. Потому что очень
сухо. Вон даже сосны все уже стали желтые. А посмотрите, какая тропинка. По ней редко ездят. Но все-таки ездят машиной. Едут. Едут и едут. Как вам солнышко на закате? Как вам солнышко на закате? Сейчас я тоже пойду в посадке смотреть. Грибы. Маленького лягушонка. Маленький-маленький. Вот он. Спрятался. Вот он. Малышок. Ой, какой. Маленький. В этом году трудно тебе. Насекомых мало. Ты такой еще маленький, а впереди зима. Малышок. Прыгает, прячется от меня. Это яблоня. На ней были яблоки, красные-красные. А сейчас их уже нету ни одного. Я пробовала эти яблоки. Видать, съели лесные яблоки. Вот такие. Вот он лежит. Ой, не он, а оно. Пожалуйста, я его сейчас вымою и съем. Яблоко лесное. Ой, а Евгений Васильевич все в поисках грибов. Мы вышли из леса и сейчас поедем домой. А сейчас предстоит еще прийти домой, перебрать грибы. А время уже позднее. И нам надо спешить. Как солнышко садится. Осталось чуть-чуть, и оно скроется за деревьями. Видите, никого нету. После московской суеты. Как хорошо. Насладиться с тишиной и покоем. И побыть в гармонии с природой. Вот как здорово. Еще небо какое. Комары полетели. Комарики. Мухи и комарики. Ну, никто меня не догоняет. Ну и ладно, я сейчас пройду уже полпути, и они тогда меня только догонят. Ну ладно, всем пока. Не знаю, хотела дождаться, когда солнце сядет, зайдет за эти деревья. Но, скорее всего, не дождусь. И наша машина. Сейчас я сяду и поеду домой. Стойте, тормозите. До свидания. Меня не взяли. Вот так всегда. Решили меня не взять. Ну, пока. Помашем им рукой. Пока-пока. Нет, все-таки сжалились. И меня забирают. Ура! Я еду домой. Задний ход, а солнце еще все не село. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну все, всем пока. До свидания. Thank you.